Доброго ранку, мы из Украины. Приветствую всех неравнодушных к трагедии украинского народа. Меня зовут Эд Блэк, и это новости с передовой. И как всегда, свой обзор я хочу начать с потерь российских оккупантов на фронте в Украине. За последние сутки украинские вооруженные силы уничтожили 620 российских оккупантов. А всего же с 24 февраля, с начала войны, на территории Украины было уничтожено 103 220 российских захватчиков. А в это время Владимир Путин, российский президент, заявил, что на данный момент оказывается 99,9% всех граждан России поддерживает его и дальше. А также поддерживает эту преступную войну в Украине. И готовы все положить в интересах Родины. Он имел в виду жизнь, а также свои деньги и свои сбережения. И отдать их на потребности армии, потребности России. Нет. Но в это время российские войска продолжают усилять запорожское направление. В район Запорожья, в район Мелитополя, в район Мариуполя подтягиваются все новые и новые подразделения вместе с техникой и вооружением. По-моему, россияне что-то подозревают. А в это время владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин получил от Путина разрешение вербовать свою компанию ЧВК Вагнера не только мужчин из тюрем и колоний, но и женщин. Как он заявляет, женщины будут прекрасными снайперами, медсестрами, а также мы будем их внедрять в гражданское население Украины для различных диверсий. А что, так можно было, что ли? Именно это он и заявил в одном из своих интервью. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Будем ждать. Но в России заявляют, что они хотят денацифицировать Казахстан. Слишком много они там разговаривают. А также российские пропагандисты нашли там биолаборатории. Две. Точно такие, как год назад нашли в Украине. И теперь, по их заявлению, необходимо обязательно вторгнуться в Казахстан и полностью его денацифицировать и деметализировать. И лаборатории в Казахстане, о которых мы все забываем. А две в Казахстане есть. Поэтому прямое столкновение, безусловно. И прямое столкновение России с Казахстаном уже готовится. По всей видимости, Россия собирается захватить огромную территорию Казахстана и покорить всех этих непокорных граждан и склонить их к повиновению. Нет. Царь один – это Владимир Путин. Мне хочется плакать, мне хочется стучать. Также пропагандисты и другие недовольные граждане России постоянно в соцсетях оскорбляют казахов. То они называют их желтыми, то называют они с узкоглазыми, то они применяют еще другие неприятные слова и высказывания. Засели там в Москве и в Питере и думают, что они управляют всем миром и казахами. Остановитесь! И отпор агрессору будет дан достойный. Украина и Казахстан поддерживают друг друга. Вместе мы навсегда. Вот и все. Слава ЗСУ, слава героям, слава нашим друзьям во всем мире. Перемога будет за нами и уже идет. До новых встреч в следующем обзоре.